Польские археологи, возможно, стоят на пороге янтарной комнаты. Легендарное творение, вывезенное из царского села во время Великой Отечественной, может быть спрятано у древнего замка в городе Паслинг. Территорию крепости, куда солдаты вермахта когда-то свозили множество музейных трофеев, обследовали с георадарами и томографами. С их помощью удалось обнаружить подземный тоннель, где, возможно, и спрятаны янтарные шедевры. Раскопки намечены на лето. Поляки недавно подозревали, что янтарная комната затерялась как раз в Паслинге. Это подтверждают, в частности, показания пожилых поляков, которые видели, как осенью 44-го во владение замка въезжал грузовик, набитый коробками. Поиски янтарной комнаты, точнее ее частей, драгоценных панно и утвари, начались после окончания Второй мировой войны. В разное время артефакты разыскивали в Калининградской области, Германии, Польше и Чехии.